Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Это имя наделяет упорством и реалистичными планами, поэтому часто мечты такого человека сбываются. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Буква «К» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Люди с этим именем добиваются успеха в карьере, они очень трудолюбивы, имеют отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Люди с этим именем, несмотря на наличие гармонии, могут иметь и внутреннюю неуверенность в себе. Буква «Т» дает человеку настырность. Звук «К» в имени твердый и колкий, при звучании настораживает, вызывает напряжение. Иногда эти люди чувствуют двойственность своего мира, материального и духовного. Это имя привязано к земле, отсюда трудолюбие и любовь к работе, требующие ручного труда. Человек с этим именем наделен большой духовностью, стремлением к возвышенным чувствам, ко всему прекрасному. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. В этом имени звук «В» не создает неприятных ассоциаций и универсален в плане сочетания с другими звуками. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.